вкусная картошка. Открой мороженку. Всем привет. Всем добрый воскресный день. Мы с Полиной гуляем по Красной, идем с галереи. Сюда, когда ехали, я увидела, что здесь столько много цветов. Сейчас покажу. Тюльпаны и анютины глазки. Тюльпаны какие красивые. На Красной. Там сейчас будет впереди магнолия. Мы пошли пешком одну остановку. Столько людей гуляют. Здесь такие красивые анютины глазки расцвели. Разных, совершенно разных цветов. Здесь вот такие сиреневые. Там фиолетовые дальше будут. Мы пока ехали сюда, я все успела рассмотреть. Вон вдалеке вижу желтые. На березках уже сережки и листики. Супер. Такое чувство, что май месяц наступил. А здесь такие цветочки красивые. В клумбах. Прелесть. Тут желтые. Каждый уж не буду подходить. Желтые анютки. И вон там вижу тоже тюльпаны, но они еще не зацвели. Тюльпанов очень много высажено. Я раньше внимания не обращала. А может быть, в этом году только высадили. Пойдем посмотрим. Тюльпаны. Ой! Животных на руки брать запрещено. Какие холёсие! Тюльпашка. О, не надо, лучше не трогай. Маленький, маленький. Вот. Посмотри, Поля, вот. Вон, смотри, Мася. Нельзя ручками, видишь, на руки не брать. Сколько стоит? Значит, маленькие по 2, эти по 1.5. А они разного рождения? Нет, просто стоит, чем да? меньше, тем дороже. Это вот такие же, такие вот, подрощенные, вот видите, пара. Так, да, старше, да. Пара. Две, вот чего? Это 3. 2, 2.5. Такое еще это или от ветра? Ну, рюши какие мягкие. Я уже... Ты гладишь пока животных, я тюльпаны снимаю. Смотрите, как много тюльпанов. А дальше желтые анютки. А вот скоро магнолия расцветет. Я не знаю, может, это и не магнолия. Вот, смотрите, как красивый большой цветок. Пойдем! Полина застряла у кролика. Какого, серого или черного? Серого. Серого? Полин, у меня в детстве шапка была из такого зайца, из кролика, что да, ты? Серая. Такая мягкая. Сейчас баба Лена вспомнит, что у меня еще и шубка такая была. И, может быть, и... мне кажется, но вроде была. Мне кажется, он не заброшен. Так, здесь розовенький, здесь желтый. Тут бордовый, лысый вообще. Ну... У строгих хозяев покладистые животные. А у меня избалованные. Что кошка, что ж пес. Я слишком добрая ко всем. Блин, кто живет в Краснодаре? Гоу гулять, все на улицу. Такая красота. Смотрите, кусты разного цвета. Зеленые, салатовые, бордовые. Такие деревья. Запаха мы не чувствуем. Сейчас посмотрела погоду. Нет, Полина, не будем мы на самокате. Мы не упали. В нас въехал не на таком самокате. Мы на таком ехали. Да, въехал на своем. Прямо протаранил нас. Мы чудом не упали с Полиной. Ну, на уехали вообще. Не смогли увернуться от него. Он просто протаранил. И потом улыбался мужик спокойно, сказал: извините, у меня тормозов нет на самокате. Тормозов у меня нет, да, говорит. А как ты, хотелось спросить его, ездишь вообще по городу, по светофорам без тормозов? Просто протаранил Полю бедную, чуть вообще не... Мне палец придавил своим рулем об руль. Прям вот так в бок нам въехал. Как вот, я не знаю, нас он не видел, куда он голову отвернул, что ли?
Какая погода офигенная. Кстати, я посмотрела, сейчас всего 15 градусов показывает по градуснику. Но на самом деле нет. Ветерок есть, но он не холодный. 15-14. Побежали. Ну что побежали? Успеем. 10. Царские ворота. 4. Я все больше и больше люблю Краснодар. До чего он красивый. Вау, какое дерево. Давай пойдем. Что это за дерево? Это как у нас деревья. Понюхай. Отдаленный запах черемухи. Ой, какая красота. Боже, как красиво. Сосны. Ворота. Ой, смотри, сколько их тут на земле. Смотри, кашишку интересную. Смотри. Она даже здесь умудряются собак гулять. А впереди нас ждет. Пахнет? Покажи. Очень. Ой, какой запах. Пойдем, вот по той? Да. Давай. По-фиповски. Не в общей массе. По отдельной. Пойдем. Да. Она нифига не красная. Здесь тоже такие красивые клумбы, бордовые и голубые. Они не голубые, они сиреневые. Съесть? Кого? Да, кстати, они съедобные. Что, реально? Да. Он какой красивый. Здесь тени красные. Птицы поют. Пойдем. Кочки. Вон детки на травке. Вот на уровне стадиона там два дерева. Полностью в цветах крупных таких. Мы в автобусе когда ехали. Мы что-то с Полиной полюбили в автобусе ездить на красную. На машине парка негде встать тут. Удобно. Дерево. И второе у дороги. Но мы вот это пойдем. Да, пойдем прям дойдем до Авроры. Там тоже есть остановка возле Табриса. В Табрис зайдем, хлеба домой купим вкусного. Лепешку. Нет. Кого? Палки такие. Хлебные палочки? Ой, здесь даже. Птицы поют, блин, какой кайф, пошли. Стадион Динамо. 20, да, мало. Ой, тут так все цветет в клумбах. Да, у нас, конечно, такого нет весной. Летом только. И то, вон оно, дерево, пойдем на него смотреть. О, вот такие цветы, прям с руку смою. Видишь? Обалдеть. А зачем обходить? Пойдем вот здесь. Нет? Здесь тоже какие-то цветочки красивенькие. И все тюльпанами засажено. Вау, ничего себе! Давай, ой, это лепесток на земле. Дай посмотреть, какой он твердый. Сережки сделали в детстве. Вот, смотрите. Какая красота! Еще будут распускаться. И вон напротив точно такое же дерево большое. Тут много лепестков, видимо, уже отцветает. Дайте я поближе покажу. Где ты? А, ты лепестки собираешь? На, еще вот тебе лепесток. Нет, наш. Я хочу понюхать. Ой, ну правда магнолией пахнет. Вот такой был запах в Сочи. А листьев нет. А листья, наверное, позже будут, а может вообще и не будет.
На, покажи, сколько ты набрала. Ты выбросила все? Такая красота, тут пешеходный переход. И с той стороны еще такое же дерево. Ой, там, по-моему, даже больше цветов. Вон пошла девушка фоткаться, наверное. Здесь смотрите, сколько лепестков. Их ветром сдуло. Вау. Какое дерево. Смотри, сколько тут их. Ой, здесь еще крупнее цветы. Вот они прям. Надо тянуться. Ой, я тоже сейчас с веточкой сфоткаюсь так. Я внимания не обращала, какой здесь водопадик раньше был. Под большим платаном, наверное. От деревья вот прямо пешеходного перехода. Ну, они, кстати, день-два и все облетят. Уже столько много лепестков на земле. Деревья тут какие высокие, я люблю это место. Вон Аврора впереди, кинотеатр, который все еще на реконструкции. Мы на уровне вот Динамо. Мы всегда здесь на остановку садимся, чтобы поехать домой. Вот деревья розовые, красивые. Давай, салют. Давай. Поваляться? Тут такие собачки, да? Да, тут такие собачки большие вон ходят, что... Лучше не валяться, наверное. Колдеха будет такая. Вот, запах чувствуешь? Уже дошел. Вообще, пойдем. А вот сережки какие, смотри, у березы. Нет, я не съест, соскучилась. Смотрите. И листики. И уже листики. И сереги вот такие. Классно. Вроде просто улица в центре города. Вот такая, так преобразилась. Поле легла на травку. Ой, как красиво. Так, сейчас понюхаем. Ой, как пахнет вкусно. Это же, наверное, какая-то слива цветет. Тут поле стадиона. Вау. Я тоже хочу прилечь. Земля холодная. Столько, смотри, на земле столько цветочков. И еще одно, два дерева. Хочешь укольчик? Нет. А хочешь, я тебя не спрошу. Ай! Больно, это вот, наверное, боль. Это пипочка, это прям как мини-ручечка. Это, наверное, шип. Блин, а птица? Не пофигу. Или в капюшоне сидит. Нет, упала. Точно не. Так должно было сидеть чуть за как. Не знаю. Видимо, иголки. А вот еще. Тут уже низко. Ой, пахнет. Ну-ка. Мне нужен такой. Ой, как вкусно пахнет. Такая красота. Вон какие большие.
И с той стороны такое же. Такие, блядь, гутики прям. Это ты сережку из березы? Червячки? Да, прям жу-жу-жу-жу. Так, а табристо находится прямо на уровне фонтанов где-то, там пешеходного вроде бы нету. Там перекресток. Да? Я не помню, чтобы там был перекресток. Я помню. Мы с бабой Леной еще когда приезжала сюда, мы с ней и с тобой, мы сюда приехали на фонтаны вечером, она пошла. Да, да, это первый год был. И там были эти... Ой, кто? Не знаю. Кать-кошка. Пчелка или нет? Пчелка, да. На дереве греется. Сейчас бы Тима тут кши побежал. Гули-гули. Казакам. Сердце отрываю. Тут дорожку перекладываю. Замечательный букет, который могу себе позволить. Спасибо. Столько цветов уже. Да, прям букет. Давай. Букет. Первый букет распался. Тропинку перекладывают. Чтоб у тебя личная VIP была просто. Твоя любимая. Тут холмики такие. Вот тоже дерево красиво цветет. А, вон табрис. Тут надо будет перебегать дорогу. Там пешеходного вроде бы нет. И остановка где-то прям рядом с ним. Надеюсь. Здесь раз, два, три, четыре дерева с цветущими этими большими розовыми цветами. Вон, нет, там статуя свободы. А что она держит внутри? Факел, по-моему, или звезду. У нас Аврора звезду держит. Бургер. Она прям кто-то стоит, типа, что он там? Вот так же стоит? Да. Типа, да, плюс вот такие роллы продаются. 69 рублей. Внутри жарко сидеть, мы сели на улице. Ой, впереди там, смотри, какие деревья, он стущий. Табрис. А вот Аврора. Везде абрикосы цветут по улице. Вон еще дерево одно. Какие дома старые. Абрикос. Красивый какой. А мы сейчас по пешеходному переходу пойдем через... Под путями. Пахнет? Потрясающий, белоснежный. Вон еще один. А здесь тоже тюльпаны высажены. Мы сейчас под железной дорогой пойдем. А, нет. Мы под дорогой, под обычной. Мы идем по пешеходному переходу, по которому ни разу еще не ходили. Аккуратно, блин. Ой, тут тоже все цветет. Железная дорога. Если чисто боковым зрением смотреть, у тебя реально такая прическа. То есть сделать такой же неполадок. Во всех дворах в Краснодаре все цветет. Мы идем на остановку. Я уже устала, прям хочу сесть в автобусе. Я сейчас там стоя ехать по 40 лет.
Вот Екатерининский зал, ЗАГС Краснодарский, Пятерка, трамвай. Старый трамвайчик. На уровне балкона.